Давай. Сейчас я дам тебе. Он включен. Включен уже. Почему я пришел на этот креатив Огар? Потому что я хочу взять... Уходите! Она едет куда-то. Так вот, почему я приехал на этот креатив Огар? Потому что я хочу пользоваться теми талантами, которые дал мне Бог, и показывать Бога через эти самые таланты, показывать, что Он существует и живет на свете, что Он есть вообще. Так что креативьте и все это делайте, главное, для Бога. Для Бога. Спасибо. Почему ты пришла в Creative for God? Вот. Ну, мне нужен прорыв. Нашей церкви нужен прорыв в медиаслужении. Вот, поскольку только-только открылось наше служение. Ну, вот. И это глоток свежего воздуха, это просто поток знаний, шаг в неизведанную бездну для меня лично. Вот. Очень интересно, просто столько всего креативного. Учусь вообще новому мышлению. Даже не описать все словами, на самом деле, как круто. Вот. Я думаю, что следующий креатив тоже будет мой. Будет твой, аминь. Круто. Спасибо, что ответила. А это я для себя снимаю. Ну, я по жизни просто курирую все подряд. Духконтроль называется. Да? Вот ты вообще очень такая вежливая, добрая, такая приятная. Я бы так не сказал, что ты контролируешь. Я бы сказал, ты больше уважения. Людям. Я стараюсь. Ты крутая. Очень. Спасибо. Хорошо. А что ты получила в конференции? Ну, я приехала сюда за просто обновлением, потому что в своем городе очень устала. Хотела, чтобы было какое-то духовное и душевное обновление. И новые идеи. Всегда, когда в Москву приезжаешь, здесь сразу фонтан идей. Другие города представлены. Можно у них почерпнуть что-то, с кем-то пообщаться, познакомиться. У меня берут интервью прямо сейчас. Вот. И, в принципе, уже начиная. То есть семинар Мартюнича про целеполагание. Я все знаю просто как обновление. Вот Питайкин опять рассказывал всякие прикольные идеи, как раз актуальные для меня сейчас. Вот Андрей тоже говорил всякие классные идеи. Все это сложится в одну мозаику. Я приеду к себе в город, и у меня изменится служение. Как в прошлом году то же самое было, я приехала, у нас все изменилось.